Регулярно в учебных заведениях нашего города проходят мероприятия в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. Одно из последних было организовано в стенах 18-й школы. Специалисты Центра патриотического воспитания устроили в школе передвижную выставку «Эхо войны». На ней были собраны фотографии и находки с экспедицией электростальского поискового отряда «Поколение». Главный хранитель музея памяти неизвестного солдата Анатолий Кизилов рассказал школьникам, как проходят поиски и захоронение останков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Иногда приходится и по снегу идти, и речки форсировать. В один из поисков, в одну из экспедиций, почему поднимали останки, по-моему, троих бойцов из колодца, из старого колодца. Ну и, соответственно, сами бойцы, которых мы находим. Ребята смогли не только посмотреть, но и потрогать экспонаты тех далеких и страшных военных лет. Кому-то были интересны личные вещи и снаряжение солдат, других заинтересовали боеприпасы и немецкие листовки, а некоторые почитали письма солдат с фронта. На экскурсии побывали как старшеклассники, так и младшие школьники.